В профсоюзной комнате, или, как говорили раньше, Ленинской, стоял бильярдный стол. И я имел возможность приходить просто стукать. Первый мой ученик уже в 2005 году был на чемпионате Европы среди юниоров в Минске. И потом в течение вот этого периода времени у меня было уже 9 человек на чемпионатах Европы. Я очень благодарен своей так судьбе, что мой ученик исполняет некоторые шаги, которые относятся к разряду ультра-си. У меня вон стоит Кубок Молдавии среди ветеранов. Я хотел доказать себе особенно, что я могу еще что-то сделать. Человек, для которого бильярд – это искусство, Валерий Шумилов. Крупным планом во вторник в 20:00 на Первом Приднестровском.